Получил повестку, пришел в военкомат. Теперь его позывной «Ленин». Санинструктор из зоны специальной военной операции приехал в Одинцово ненадолго, чтобы забрать важный груз. Медикаменты в довольно больших количествах, которых очень сильно не достает на фронте в данный момент. Вот, и я очень благодарен одинцовским ребятам, которые нам помогают. Пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцовском округе работает с февраля 2022 года. Здесь помогают жителям присоединенных территорий, мобилизованным бойцам. Собирают лекарства, одежду, продукты питания. Связаться с координаторами пункта можно по мобильному телефону. Подробная информация размещена в телеграм-канале.